А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани завершились краевые соревнования по легкой атлетике. В копилке славянских спортсменов 9 медалей, 3 из которых золотые. С подробностями мои коллеги. Краевые соревнования по легкой атлетике проводились в Центре спортивной подготовки «Олимпиец». Посвящены они были памяти нашего земляка, заслуженного работника физической культуры России, ведущего тренера Краснодарского края по многоборью Юрия Александровича Давыдова. Позвольте мне от имени главы муниципального образования Славянского района Новосибирска, от имени совета района, поприветствовать вас на краевых соревнованиях по легкой атлетике. Я хотел бы сказать несколько слов о легендарном человеке Юрии Александровиче Давыдове, который сделал очень много для легкой атлетики в нашем Славянском районе. Я хочу пожелать вам и сказать слова признательности, благодарности, что вы занимаетесь легкой атлетикой. Это не просто сила, выносливость, а это стремление к победе. И это качество, если вы преодолеете, вы всегда будете в жизни успешны. Юрий Александрович Давыдов всю свою жизнь посвятил спорту, воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов, победителей республиканских и всесоюзных соревнований, которые теперь сами уже являются тренерами. Один из них – заслуженный тренер России Сергей Грипич. Он привил любовь к спорту и научил бороться, трудиться, так скажем. Вот очень такой целеустремленный был человек и учил своих воспитанников этому. Соревнования памяти Юрия Александровича Давыдова в нашем районе проводятся уже третий год подряд. Число участников каждый раз растет. В этом году побороться за победу приехали спортсмены из 10 муниципальных образований Краснодарского края. Всего 76 человек. Мы приехали из Ленинградского района Краснодарского края. У меня два юноши, выступающие в возрасте 2003-2004, старший юношеский возраст. Один многоборец, призер края Тулубенко Тимофей. И один спринтер, который вот пытаемся в многоборье поучаствовать, посмотреть, может быть, там перспективы у него какие-то есть. Пока неплохо начали. Вот, соревнования очень красивые, приятные. Мы впервые, как бы, нам нравится. Наверное, будем больше ребят привозить. Мы сюда как домой приезжаем. Вот, с тренерами давно знакомы, дружим. Нам помогают. Мы на тренировки даже иногда приезжаем, если нужно шестом попрыгать, потому что у нас там сейчас условий нет. Соревнования проходили по семиборью у мужчин. Это прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров, 1000 метров, бег с барьерами и прыжки с шестом. У женщин было пятиборье. Команду Славянского района представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 1 имени Шевченко. Я занимаюсь легкой атлетикой 3 года. И у меня лучше всего получается длина, ну, прыжки в длину. А еще надо потренироваться над 60 метров, то есть спринт. У меня были успехи в прыжке в высоту, прыгнул 1,50 м. 2 дня были первенство края, я занял 1-е место. По итогам соревнований в копилке славянских спортсменов 9 наград. 3 из них – высшей пробы. Золото завоевали Владимир Антонов, Алина Объедко, Игорь Черков. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».